I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня на обзорчике, ну не знаю, интересная залипаловка, Stickman Master называется. Я побегал так, поразбирался, довольно-таки неплохая игра, знаете, на карантине времени до хера, делать нечего, есть возможность побегать, поиграться. В общем, для тех, кто любит мобилки, в принципе, не помню, мне напоминает, по-моему, Shadow игра была, там, где можно было бегать, сражаться. В общем, тоже интересная довольно-таки игруха. Прокачать своего стикмена, скажем так. Я не знаю сейчас, как по звуку. Просто захват не дает забрать звук сразу. Поэтому звук будет через микрофон. Возможно, частично будет обрывать. Потом подумаю, что сделать. Либо буду дозапиливать, просто записывать видос, а потом уже его озвучивать. В общем, какие темы есть? Есть бесплатные сундуки, сейчас мы сразу всю халяву позабираем. Ну, как обычно, награда за рекламу, то есть битва замков к этому дошла, это в всех играх мобильных уже есть. То есть за просмотр рекламы даются определенные плюхи. Так, черный рынок, я что-то этого не видел. Расходники, понятно. Это можно будет потом дозакупать. Но это больше для доната. Вот видите, сразу же выскакивают донатные плюхи. Что за Secret Shop? Тоже за просмотр рекламы. И реклама вам дают определенные плюхи. То есть вы можете получать там проньку и прочее. Либо же за вот такие вот гемасики. Драгоценность. Ну, это опять же для донатов. Поехали дальше, будем по очереди. Я так покажу, в чем я разобрался. В общем, у вас есть ваш перс. Вы можете его, как обычно, одевать. То есть шмотки. Три оружия здесь есть. Меч, молот, лук. То есть на выбор. Вот у меня там есть молот еще. Вот у меня меч самурая плюс 9. Есть возможность рунить шмотки. Есть возможность... Также дополнительно, вот видите, увеличен на 5% в домах, затачивать их. Вот плюс 10 это максимальный, можно перековать, перенести разные плюхи на него. То есть, ну, вариантов здесь прокачки очень много. Шмотки, у меня нету рун больше. Шмотки дают бронь, плюс аксессуары они дают возможность, то есть разные щарки на выпадение редких предметов, на уклонение. Ну, короче, тут по максимуму можно тоже забрейдить по-разному вашего персонажа. Дальше. Также есть здесь пэты, которые, в принципе, отдаются обычно. Есть, можно купить за донат. Вот эти гемы верхние, их можно также заработать. Сделаю погромче, может будет лучше слышно. Так, то есть питомец дает шанс критического удара плюс 5, это бонус игроку, плюс сам наносит дамаг. Вот можно перековать за 2000, у вас будет улучшенный он. Также у героя есть дофигища навыков. Вот у нас три этих. И каждый навык можно качать. То есть в соответствии с тем, чем вы бегаете, да. Если вы бегаете с мечом, у вас, ну, прокачивается мастерство по мечам. Вот мы обучились. Блиц-атака. Давайте до пятерика докачаем. Баллов у меня не хватает. Можно, видите, можно баллы также докупить, опять же, за донат. Ну, то есть, как бы, и все игры, ну, и можно и без доната играть. Я вот без доната бегаю, в принципе, играется довольно-таки неплохо, нету смысла. Также у вас есть бонус за количество убитых монстров. У вас добавляется мастерство заряда, то есть чем больше вы будете убивать, у вас будут активироваться определенные бонусы в бою. Это именно в бою, то есть вы уже здесь тоже выбираете. Я не буду рассказывать, это длительное время, тут можно зайти, почитать, все посмотреть. Я хочу уже показать сам
саму игруху, ну, хранилище, это понятно, у вас тут ваши плюхи для улучшения хранятся. Также есть ежедневные награды, то есть заходите каждый день, забираете плюшки. Довольно-таки неплохие, потом в конце месяца вот у вас будет третьего левела легендарный шмот. Есть, блин, сколько доната выскальзывает. Ежедневный квест, за выполнение которого вы будете получать тоже определенные плюхи. И также есть достижения. Вот мы забираем тоже определенные плюшки. Ну, то есть по персонажу, по приключениям, по испытаниям, по коллекциям, по казнецу, по арене. До арены я еще не дошел. Также я дошел, открыл уже. Вы спросите, в чем прикол. Тут проходится, вот я пока на обычном левеле, то есть на каждом левеле вот есть определенные локации. Я сейчас в фактории, да, лес смерти я уже прошел. Весь есть вот прохождение на локации 2 и 6. Здесь вот, по-моему, у меня открылось восхождение. Арена открывается на 3.12, то есть это надо пройти. У вас энергия есть наверху ваша. Это башня. Восхождение называется. Вот это у меня на левеле 2.6 она открылась. Есть 50, в принципе, левелов прохождения. То есть с каждым левелом все сложнее и сложнее. Такие хотят, чтобы мы сюда задонили. В общем, у вас есть 3 минуты на то, чтобы зафармить моба. Ну, довольно-таки обычная игруха, но в плане прокачки, не знаю, мне понравилась она. То есть здесь можно фигачить по левелам. Дальше, я не знаю, дальше должна быть еще арена. Сейчас попробуем. Немножко улучшились. Повезет, пойдем. Они жестко, конечно, домашние. Он скидывает. Изи зафармили. Видите, открыл я вчера, не мог, меня вчера просто развалили. Открыли новый скин. Вот так. 9 левел. Ну, то есть, это башня прохождения. Вы здесь получаете определенные плюхи за прохождение. Довольно-таки тоже интересная тема. Вместо 1% у нас уже. Не знаю, кто, кому нравится подобного плана игры и кем она зайдет, думаю. Игрушка новая, она еще пока в бете, то есть, ну, открылась вот только недавно. Блин, жестко. Надо лучников валить. Я еще только мечом попробовал, я не пробовал бегать. Вот мой суперпэт летает. Теперь у нас 45%. Да, тут уже посложнее, намного больше. Мы сейчас капитаны просто зафигачат. Один процент. Все, зафигача. Ну, можно вокруг него бегать, пробовать. Нажимаете отступление, соответственно, забираете плюхи, которые там вы получили. Ну, сложновато, сложновато. Такс. Арена, понятно. Приключения. Приключения здесь все попроще, но видите, дальше будут открываться следующие левела. Здесь вы будете тоже получать награды разные, то есть за прохождение определенное вы будете получать следующие награды за количество. Это как у нас в битве замков с подземками. Чем дальше открываешь, тем больше получаешь. Так, с этим разобрались. Поехали, попробуем забежать в приключения. Вот здесь у вас тратится энергия, экспишка одна. Ну, за каждое прохождение за босса, по-моему, если я не ошибаюсь, 2.
Достижение охотника монстров разблокировалось. Ну тут чем дальше, тем посложнее мобы идут. Оно вроде кажется так примитивно, но интерес в том, что можно потом будет ковать разные плюки. Это такая, знаете, игрушка. Бить пару... Так, где-то здесь. Вот видите, питомец расфигачил. Эти подрываются, их надо быстрее убивать. Ну, разные мобы тут. Там в лесу были одни, здесь совсем другие. Но посложнее уже. Если раньше я там не проседал, это при том, что я броньки поменял. Вот вверху, если вы заметили, активируются бонусы, которые я повыбирал там. То есть, соответственно, чем больше будешь дальше дамажить, вот, Unlock Charge Skill. Так, новый навык разблокировали. Вот плюхи, которые мы получили с этого боя. Можем зайти в инвентарь. Можно также, видите, увеличить опыт за просмотр рекламы. Ну, короче, все построено, по сути, на рекламе. Два полученный урон отнял меня. Видите, у нас не получилось. У нас немножко потрепали хорошенько. На две звезды прошли. Вот инвентарь. Броня. И вот смотрите, сколько мы всего получили. Вот у нас шлемак уже есть. За гнездом можно его одеть. Остальное все такое себе. Жнец. Можно улучшить броньку. Это у меня синяя выпала. Так, у нас максимальный левел. Я ее еще зачарил. Так, тут нам нужен 20 левел, по-моему, если не ошибаюсь. У нас уже 18. Ну, в общем, бустов разных дофига всего. Пакеты. Ну, разбираться есть чем, честно скажу. Вроде кажется так на первый взгляд обычная херня. Инвентарь полный. Ну, короче, поехали. Там можно все попродавать. В общем, буду дальше бегать. Кому интересно, пишите комменты. Будем дальше разбираться в игрухе, но игра реально, ну, такая, знаете, вроде и простая, и в то же время интересное в плане прокачки героя и прочего. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите. Сейчас он, кстати, зафигачит. Блин, намного сложнее стало проходить. Я представляю, что дальше. Это просто второй обычного. Офигеть, нифига себе переделывается. Короче, любители анимешек. Им эта игрушка зайдет, думаю. Не знаю, мне понравилось так. На первый взгляд довольно-таки интересная игра. Она, конечно, еще сырая, я буду доделывать. Но... Блин, есть новые мобы. Ну, дальше, чем дальше открываешь, тем больше новых каких-то мобов добавляется. О, элита. Добро, не добивай, нет! Ну, все, не получим. Видите, посложнее, посложнее дальше, честно скажу. 24%, ну... О, зеленый шмот пошел. Плюс 28 максимальная жизнь и гнездо. Вот так вот. 19 левел. Давайте. А у нас уже забито.
В общем, буду дальше по чуть-чуть продвигаться. Кому интересно, забирайте. Интересно будет, что будет на арене. PvP против других игроков, скорее всего. Ну, в общем, посмотрим. Все, пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.